помочь. А что ты сделала только что? Хорошо. О, боже. Так что, ребят, я думаю, самое главное, что мы хотели вам сказать перед началом нашего стрима, чат мы читаем, и читаем его только на GamePilot, поэтому те, кто смотрит нас через Twitch, пожалуйста... Не комментируйте, хотите, чтобы... Да, да, если вы хотите, чтобы мы вас... Написать там... Фу, противные... А почему не слышно? Странно. Теперь слышно, да? Отлично. Так что, если вы хотите что-то нам написать, пожелать, фу, пообщаться с нами... Фу, жирные женщины, уйдите отсюда. Смотри, чтобы звук не это самое. Какие-то китайцы на заднем плане? Кто-то мне пишет, не знаю. В общем, ребят, мы читаем, конечно, комментарии, но читаем только на геймпалете. Сразу еще раз предупреждение для всех по поводу чата. Не ругайтесь матом, потому плохо, что... ругаться матом, это очень плохо. Потому что, как нам сообщили, все, кто ругаются и плохо себя ведут, будут наказаны и отправлены в пожизненный бан. Мне кажется, от нас слово «будут наказаны» звучит как... Ну, это просто ты пошлая и что-то, да, что-то не то говоришь нашим бедным зрителям. Я думаю, что да. Кстати, Яна, я тебя порадую, пока ты ходила и делала вид, что у тебя есть парень, там выбирала подарок, который ты подарила в итоге мне. Ну так. Да, я, между прочим, скачала уже Sims, что удивительно, потому что у нас его не было. Ты знаешь, я последний раз в Sims, наверное, играла года 3 назад. Ну, то есть, и все заканчивалось тем, что я построила дом, и мне надоело. Так вот, куда мы пришли. Я тебе немножко краткий экскурс. Какой Хорошо. Именно Sims мы скачали? Мы скачали Sims не обычный, а с целыми аддонами. Это что? Дополнениями. Воу-воу-воу, да, полегче. Да, да. То есть сегодня необычное 14 февраля, дорогие зрители. А с всё, аддонами? Все только для вас. Так вот. В чем заключается необычность? Я не знаю, там было предложено много всего, что можно было добавить. Среди них было предложено шоу-бизнес. О! Туда, там в комплекте прям кожаный черный диван. Я думаю, каждый мужчина в интернете должен знать, что такое черный кожаный диван. Так вот. Мы выбрали еще приложение «Вампиры и оборотни». Если честно, я пока не знаю, что это значит. О, господи, человек, который смотрел все серии «Сумерек», не знает, что такое «Вампиры и оборотни». Нет, тихо, это неправда, это все да, вранье и ложь. Я смотрю только «Архаус». Кто-то плакал на второй серии, «Сумерек». Я, кстати, реально не смотрела «Сумерки». Так вот, у нас сегодня суперзадача. Задача создать семью видеоблогеров. Да, кстати, ребят, сразу предупрежу. Шведскую семью. Не знаю, как получится. Не будем спойлить. Сразу предупрежу, у нас немножко трансляция задерживается. То есть вы нас видите с опозданием примерно в минуточку. Так что мы комментарии видим. Читаем их только, ну, как будем чуть заторможенно отвечать. Наверное, потому что мы еще из Латвии. Пацаны, я провожу 14 февраля с тёлками. Написал нам Плюхе 7. Плюхе 7. Ты вообще ты проводишь с нами. Мы проводим, да, тоже 14 февраля впервые, не в одиночестве пожирая из мороженое из огромной да, банки. Да, мы тоже, смотри, как много да. людей с нами. Мэтт будет? Да. Будет, мы же можем сделать Мэтта про... Конечно, Мэтт будет. Мы его прямо сейчас и сделаем, давай уже, хватит болтать, давай сделаем разговоров. Я предлагаю, на самом деле, открыть фотографию Ильи где-нибудь, чтобы нам было проще его. Я могу на своем ноутике открыть, чтобы... Давай. Вот кто-то советует, E of System 372 советует сделать семью уродов и заставить их спариваться друг с другом. Ну, мы же сказали, мы делаем. Ладно, прости. Да, все. Мы сделаем нас с Яной, и вот и получится как раз семья уродов, да. Да. Так, делаем Мэдисона, да? Самого первого персонажа. Мы сегодня создаем семью GamePilot, это для тех, кто только что к нам присоединился. А, подожди, почему вышел мне Мэдисон, соответственно? Это какой-то китайец? Нет, это... Да? Или не знаю, кто. Так, давай, Мэдисон, он бледный он похож, или... Вот он похож на Сэма Никеля сейчас. На Сэма Никеля? Да. Сэм Никель, не знаю, он... Давай вначале разберемся с Ильей. Так вот, как сделать Мэда? Урок, стрим, урок номер один. Так вот, с чего мы начнем, да? Я думаю, что вначале нужно, самое главное, писать
имя? Илья. А, цвет кожи. Ты помнишь, какой цвет кожи у Ильи? Странный вопрос для... Ну, нет. Ну, не настолько. Не, не настолько. Так, или давай, золотая середина. Да. Мускулатура. Мы сейчас можем очень сильно, понимаешь, себя как бы, ну... Да, я не знаю. Рельефность мышц. Я не знаю. Я не знаю. Илюху пожирнее сделайте, советует Белислан. Извините, если неправильно прочитала никнейм. Пожирней. Ну, ребят, давайте нет. Как-то не будем обижать Илью. Вот. Достаточно уже, ползунок и так стоит. А что ты засмеялся? Это каждый мыслит меру своей испорченности. Извини, пожалуйста. 14 февраля. Так, подожди, теперь разбираемся с лицом. Давай. Как ты думаешь, я не очень люблю таскать ползунки, похож или не очень? Или... Сейчас как бы нет. Не очень. Илья более должно быть серьезное лицо, должен быть строг. Да. Достаточно серьезное лицо. Ты хочешь купить его фотку на... Зачем? Ну, за тем, чтобы он был более-менее хотя бы похож. Зачем? Почему делать похожего Илью? Главное, чтобы вот он выражал... Яна, когда наконец встретишься с Жориком Ревазовым. Кто-то тебя спрашивает, да? Да. Да. Прическа алкоголь. Когда я поеду в Лады Кавказ? Когда? Тогда, может быть, но я не знаю, когда я поеду похоже? В Лады Кавказ. Похоже? Нет, давай, давай, ты нет, не отвлекайся. Похоже сейчас. Ну, Ань, ну, если мы поставим фотку, то нормально будет. Бедный Илья. Боже, мне кажется, веснушки, родинки? Не знаю. Косметика? Нет. По-моему, не было. А как ее теперь отключить? Прозрачность. Татуировки. Вот, кстати, один из аддонов. О, задерпа. У вас получился дагестанский Аль Пачино, говорит нам Марио 3D. Татуировки, о боже мой, Илья, оденься. Я не хочу видеть татуировки. Да, а почему мы прическу ему не сделали? Давай вернемся к прическу. Давай. Почему? Там что-то, там как-то можно было тянуть лицо, насколько я знаю. Нет, ты забегаешь вперед, дорогие да, друзья. Это же четвертый Sims выйдет, там можно будет тянуть лицо. Там уже можно будет тянуть не только лицо, можно тянуть за все части тела и растягивать все по своему усмотрению. Вот бы и в жизни так. Страшный взгляд, да. Блин, я не могу понять, делать или меняется прическа. Делайте рельефность, советуют. А, нет, Арнольд Шварценеггер. Говорит нам, а вы в курсе, что дополнение для Sims стоит 21 косарь? А? Ты знаешь, я бы Арнольда Шварценеггера послушала. Вы ничего не докажете! Папа, говорит ну, папа. Ты, кстати, пиво свое не разлей, пожалуйста. Свитерок. То есть? Может, его одеть во что-нибудь стильное, чтобы это было необычное? Мы же полосатые делаем, а не усачего. Ну, да, точно. Так, подожди, хорошо. По вот мне кажется, Илья будет идеально смотреться вот в таком халате, да, лучше в леопардовом, как Дон, знаешь, из комнаты. Все шикарно, Дон. И все, и сразу понятно, что это как бы король. Да. Там есть, можно, кстати, корону? И да, и в шортах. Шорты. Вот. Шорты. Все, все, не надо. Так вот, вернемся. Что еще? Тут можно посмотреть вроде как ничего. Очки. Как ты думаешь, нужны ли Илье? Нет, очки? Нет, без очков. Да, но может быть это... Ну, мы, опять же, мы делаем не усачиво. Ну, хорошо, все. А как теперь это? Прости, Яна. Ладно, будет с очками. Кстати, самое главное, то, что я забыла тебе показать. Может быть, Илью сделать вообще даже не человеком? Например, ведьма, фея, оборотень, вампир, призрак и джин. Я выбираю джина. Ты считаешь джин? А почему именно? Я люблю пить джин. Нет, подожди, не серьезно, давай. Может быть, его сделать оборотнем, типа днем он Илья, а ночью он превращается в кого-нибудь? Дорогие друзья, пишите в комментариях, кого, как оборотень мог бы превращаться ночью Илья. Там есть и такие функции. Да. Он, кстати, все смотри, что все советуют больше жира. Жира. Ну, ну нет. Ребят, посмотрите, какие рельефные игры мы сделали. Тут уже не. Так, я думаю, что достаточно разбираться с Ильей.
можно уже внешность, характер, наконец-то. То есть, как же лицо, волосы, он же сейчас вообще не похож. Не похож. Главное, что-нибудь типа растрепушить такое. Все, готово. И цвет волос. Или он советует, кто-то, Аркадий Казанский советует сделать его ведьмой. Или в оборотне, говорит Игорь Карев. Ночью он превращается в азиатку. Василий Скуратов. Я думаю, что в азиатку это как-то слишком жестоко. Так, брови. Вот, кстати. Нет, не настолько. Мне кажется, вот такие. Такие? Нет. Нет. Вот. Ну смотри, он сразу приобретает такой своеобразный, острый взгляд. Я, правда, не... Ты можешь чуть пониже прокрутить? Вот смотри, тут не нравится, видишь, людям из чата, в кого мы превратили короля. Вот. Так что я думаю... Бороду, самое главное. Боже мой, почему вы сразу не подумали об этом? Все, Илья готов. Это Стас Михайлов, Аня. Это Стас Михайлов, а не Илья. Ну ладно, у нас будет. Нет, подожди, на самом деле у них может быть что-то этот много Стас общего. Стас Михайлов, он... Ну не, хорошо, давай сделаем вот лепрекона такого. Что, нет, а, кстати, нет. Еще что-то начинает подряд. Он, знаешь, на кого он сейчас? Росомаха. Да. Вот, отлично. Легкая небритость. А вот это вот что за губода? Губода? Пусть она остается. Ну, прокрути вниз. Там же есть. Нет? Давай оставим с губодой. Чем тебе не нравится губа? Так, растительность на лице. Боже мой, вы представляете, сколько новых возможностей открывает аддоны к новому Симсу. Волосы на теле. Я не знаю, зачем это нужно, но, например... Владыка Кавказ. Тебя как раз-то спрашивали в чате, когда ты поедешь в гости к Жорику Ревазову. Там же Наталья Татарская пишет, что там есть борода, прям как у Ильи. Да? Да. Наталья. Спасибо вам большое, мы сейчас поищем. Сочей. Не знаю, вот... Нет. Ладно, хватит уже с бородой мучить, хватит. Все, сделали его ты, с волосами. Ты соединяешь несколько, по-моему, бород. Не-не-не, все нормально. Там. Все схвачено. Можем, давай сделаем его рыжим, без души. Нет? С рыжей бородой, без блондинистой. Ладно, все, не будем уродовать Илью, и так мы сделали предостаточно в этом направлении. Давай перейдем к самому интересному. Я слежу сейчас за Натальей, если она поможет нам найти правильную бороду. Так, давай вернемся к чертам. Я тебе, кстати, напоминаю о том, что у ребят-то стрим отстает, они Кавказ сила, говорит Виктор Яникеенко. Все, что не делают сестры Нежданова, все персонажи будут превращаться в Жорик Ревазов. Вот так вот. Ну, это я. Это все мое влияние. Мразиша какого-то сделали, говорит Айдар Гараев. Давай хотя бы цвет волос и бороды изменим. Давай не будем возвращаться. Что было, то прошло. Никогда не возвращайся. Ага, а это потом мы получим... Сегодня 14 февраля, можно ассоциировать всякую ванильную ерунду, ребят. Так, черты характера. Добавьте черты характера. Кто у нас будет Илья? Я думаю, что в таком леоперде Илья вполне себе может быть каким-нибудь авангардистом, автолюбитель без чувства юмора. Ну, это точно. Безнадежный романтик. Как это будет трогательно? Давай сделаем его безнадежным романтиком. Безнадежный. 14 февраля, все можно. Да. Отлично. Это как день ВДВ для женщин. 14 февраля, все. Бей бутылки мартини Асти, а бог, посмотри, как он закружился. Так мило. Так, боится воды, бережливый, господи, брюзга, верить в чудеса Илья должен? Да, конечно, конечно должен. Боже, что с ним случилось? Внимательный, воспитанный, восторженный, впечатлительный, вреденный, гений, где-то ненавистник, добрый, дружелюбный, душа компании, защитник природы, злой, карьерист, так, кокетливый. Мне кажется, его можно еще сделать лежебокой чуть-чуть. Это отлично. Любитель охоты крепкой здесь есть? Нет, нету. Зато есть любит природу. Жматярой сделает, говорит Майслик. Ну нет. Тут нету такого, дорогой Майслик. Мастер поцелуя. Отлично. Ну, конечно, спасибо, ребята. Специально мастер поцелуя мы добавляем это специально для Александры Чернецкой.
уходит мастер. Не до Сони. Я понятия не имею, что такое не до Сони. Это я сегодня не до Сони. Школа ненавистник советует Киря и Маша. Так, Киря. Это можно, советовать создателям игры. Неряха. Ну, можно чуть-чуть добавить. Ну, чуть-чуть нельзя. Тут, понимаешь, что тут надо или так, или не так. Мы сейчас можем себе вырыть яму просто на самом деле. Про берет мы забыли. Говорит для чести. Так, обаятельная, одиночка, перфекционист, поп-звезда. Пусть. А, тут что-то написано, даже поп-звезды самые удивительные, не забывайте об этом. Когда они плохие, они потрясающие, а когда они хорошие, они еще более потрясающие. Беспроигрышный вариант. Я не понимаю, кто вообще сделал русификацию. Но если мы сейчас это сделаем, то это будет чистый Стас Михайлов. Да. Отлично. Неотразимый. И вокруг него должно быть кто-то советует бегать. Неотразимый. Подожди, неотразимый вот советует кто-то еще. Тут я уже пропустила, кто советовал меня. Катерина Полякова. Неотразимый. Смотри, смотри, как много женщин у нас добавилось. Это на здорово, на отлично, самом деле. Девчонки, классно. Что-то, а куда ты неотразимый, меня... я пытаюсь прочитать про неотразимого. Чуть выше, вот. Да. Неотразимые персонажи весьма очаровательны, хотя зачастую не могут получить больше, чем просили. У меня такое чувство, как будто я читаю какой-то очень плохой гороскоп на последней странице журнала Светлана. Давай все-таки сделаем его поп-звездой. Хорошо, пусть будет. Ребята, ну кто... Азаза просит сиськи ему сделать. Ну что ж вы делаете, Азаза? Ну, сиськи еще будут обязательно, когда мы что-нибудь придумаем. Когда мы их отрастим хотя бы себе. Так, нам, кстати, еще можно добавить одну черту характера. Эмма. Я не знаю. Может, просто эмоционального его сделаем. Как зовут сестру та, что сказала, что она сегодня не до Сони? Меня зовут Мадам Жоржет. Хорошо. Шутник, чистюля, художник. Я не знаю, ребят. Счастливый. Давай холерика из него сделаем и все. Холерика? Да. Не холерик. Почему? Ну потому что ты знаешь, что это за слово. Я знаю, что за слово холерик. Ладно, хорошо. Может, это сделать Эмма? Почему, кстати, стоят рядом Эмма эмоциональные? Веселые шутки поднимают настроение. Это шутка. Ну ладно, давай шутником сделать. Знаешь, почему они стоят? Шутник, рядом? Вот, отлично, как раз. Айдар Гараев. Да. Айдар Гараев советует. Уберите этого Винцеслава, сделайте алкаша Холандского, говорит Данил Давидов. Ребята, что же вы сделали? Вот, понимаете, вы старались, а вы взяли и... Получился Винцеслав, Стас Михайлов и Илья, он где-то очень отдаленно. Илья здесь только в шортах. Илья тут только в шортах, все, больше Илья. Реально Винцеслав, боже мой. Я даже в Sims не умею играть, кошмар. Так, хорошо. Это мы все сделали. Ага. Мечта всей жизни, ребят. Какую мы с вами можем выбрать вместе мечту жизни? Приятный голос. Чарующая музыка, профессиональный писатель, король шахмат, главный фокусник или мастер алхимии? Мне кажется, есть какие-то еще варианты. Смотри, многоточие. А многоточие? Угу. Изменить мечту всей жизни? Ну, сейчас опять долго выбирать. Ну, жизнь в роскоши. Илья стремится? Нет. Это, я думаю, зеленые сады. Что? Пусть давай. Будут зеленые сады. Подожди, но я думаю, что нужно... сделать ему какую-то мечту. Ребят, давайте подсказывайте. Хованский, его мечта, говорят. Сделайте уже Хованского. Сделаем, ребят, сейчас доделаем, наконец. Писателем, вот кто-то советует, Финда Хьюман советует сделать его писателем. Сделаем писателем или давай сделаем как думаешь, писателем. А вдруг Илья действительно на самом деле... Вот, кстати, король, но король шахмат. Ну ладно. Давай сделаем профессиональным писателем. Получить гонорар и так далее. Хорошо, делаем писателем. Окей. Писатель есть. Вкусы, любимая еда, китайская еда. О, боже, что мой голос. А почему же китайская? Ладно, я поняла, почему. Классика, предположим. Знак зодиака. Ты знаешь, кстати, что? Сегодня-то у Лидии день рождения, тоже 14 февраля. Разве? Да. Нет, у него день рождения 8 Нет. марта был. Бляха, муха, точно. Вот я облажалась. Нет, подожди. Я помню, что в какой-то знаменательный... 8 марта, 100%. День рождения Боб Драйва совпадает с день рождения Мини, кстати. Да, точно, точно. Хорошо, тогда 8 марта, это значит, он... Господи, рыба. Рыба. Окей. Где она? Внизу. Вот это, да? Угу. Окей, гуд. Сделали. Все, вроде как Илье рак, говорит Кира и Маша. Кира, Маша. Так, только не сдвигай меня в угол кадра. Все, мы создали своего Сима,
который получился очень непохож, мне кажется. Ну, принять. Хорошо. Все персонажи разные, хотите получить какую-то информацию. Нет. Никогда не хотите. Боже. Ну ладно. А Илья Мендельсон, так и напишем. Почему вторую Дэнни получил? Мендельсон. Мендельсон. А, Мэду в жены Хаваны, говорят. Да вы изгоя по жизни сделали. Этот человек не может жить в обществе. Вот говорит Виктор Никеенко. Ну зря вы, Виктор, с чего вы взяли? И жену советуют тоже сделать с бородой. Подождите, до жены мы еще жену дойдем. Такую еще с бородой. Ладно, хорошо. Это мы сделали. Идет обработка. Первый син. Никогда. Илья в ванильной картине на стене. Пакет. Тут нужно что-то нажать, да. Я думаю, что... Подожди, нам же нужно ему еще... Нет, а я хочу еще ему добавить. Чего добавить? Ну, он же не будет один жить, ему будет грустно. Папа, как сделать так, чтобы еще добавить одного чувака? А? Как к нему подселить? Скажи мне. Вот это, да? Нет, не главное. Главное не... Сохранить город, да. Сохранить. Старого шот. Он будет развиваться и толстеть, говорит Егор Федоров. Андрей Веневцев говорит, делайте Ксюху с бородой и сиськами. Ксюшу мы не будем подставлять так ужасно. Сестры, сделайте друг другу, говорит Слава Трубников. Знаете, перед тем, как запустить этот стрим, мы попробовали просто сделать. Друг друга, в итоге у нас получилось все еще хуже, чем с Ильей, потому что мы увлеклись всякими дополнительными этими возможностями и сделали Яну оборотнем. Так, а что тут дальше делать? Вот это? Вот это? Что вот это? Ну скажи уже, папа, что ты? Найти? Что это? Боже мой, куда мы вообще вышли? Это только же мы Илью сделали. Робот тычет в глаз пальцем. Газельваген спрашивает, почему вы папу на камеру не показываете? Папа. Папу показать? Нет, папа нельзя показывать. Папа, вот папа пиво сует. Папа пиво показывает. Ну, папа, ну что ты делаешь? Ну ты понимаешь... Вы ничего не докажете. Ничего не докажете. Вот. Блин, а где Илья? Вот Илья. И что? Создать персонажа? Это же будет новый персонаж. Окей, хорошо. Сделайте друг друга, Родион Домогаров. Папа в студию, кричат! Папа! Нет, я просто боюсь. На самом деле, Яна очень похожа на папу. Только представьте, вот Яну с бородой, вот с монобровью. Ну ладно, без монобровью. Папа нет монобровью. Папа становится очень милым, когда снимает очки. Да, он в очках, на самом деле. У него очень длинная борода. Так, нет, опять спрашивают. Не-не, все нормально. Просили нас очень много, нам всегда присылают. Просили нас очень много сделать Хованского. Ну давайте сделаем Хованского. Делаем Хованского. Ребята, так ну, что... они же видят это чуть позже, чем вы. Да, давайте. Тогда вот говорят, Ксюху сделайте. Жену, похожую на Хавана. Отличная идея, правда, не знаю. Кстати, да, женщина Хованский, это было бы очень забавно. Давай делаем женщину Хованского, а можно теперь буду тыкать я? Хорошо, потыкай. Мы сделаем, может быть, его кем-нибудь, не человеком, например, кем-нибудь... Ты, кстати, в виде Юрий Хованский вначале. Точно. Юлия Хованский. Юлия? Юлия. Хорошо. Кстати, помнишь, что в одном из наших выпусков ты как раз-таки играла Юлию Хованскую? Да, это было очень давно, это неправда. Человек или не человек? Юрий Хованский? Мне давай кажется, он может быть джином, и потому что чуть-чуть он пухленький такой, и лампу потереть нужно. Так, подожди, я что-то не поняла твою логику. Почему? Нет, никакой логики. Ладно, хорошо, давай его сделаем... Обычно ничего. Ой, боже, что... Смотри, она теперь может летать, она точнее. Кстати, не особо нужно вообще исправлять. Ну, не знаю. Хованский не обидится, спрашивает Миша Смирнов. Боже ты мой, Хованский не обидится? Ну, я думаю, нет, мы же не будем его совсем уж обижать. Так что так, подожди.
Нет, ты оставила его человека? Я пытаюсь обратно в человека, потому что это что-то крайне странное, тебе не кажется? Тебе не нравится такая одежда? Так, давай, ты просто, ты, по-моему, вернул уже в человека, просто цвет кожи поменяй. Цвет кожи? Нет, тип кожи слева. Да, да, все нормально. Она осталась человеком. О, стоп, стоп, стоп! Что? Big booty bitches, big booty. Ну, сейчас еще она начнет кольца натягивать, золотые браслеты, и это типа уже, это уже будет из Бруклина. Телочка. Аня, читай. Мне нужно сделать чуть... Из какого вы города... Ребят, не успеваю даже читать ваши комментарии. Саня Сидоров, насколько вижу, спрашивает, из какого мы города. Мы из замечательного города Риги, что находится в Латвии. Да, это почти как Литва, только Латвия. Зачем ты делаешь такую толстую? Или что? Я поняла, ребята, отдельное внимание, кто, может быть, не обратил. Внизу дополнительная опция размер груди. А теперь дай я покажу маленькую магию. Ну. Смотрите. И сейчас у тебя это, так. Нет, это успех женского видеоблогинга. Вот так, это типа 100-200 подписчиков. Оп. Раз. И все. 200 тысяч подписчиков. Ну, все успешно. Неплохо такой полный. Хорошо, ты сделал. В жизни не получится. Так, прическа. Прическа. Подожди, а почему мы оставили Юлю в таком ужасном виде? Я думаю, Юлю одежду потом поменяем. Мы делаем все по порядку и по схеме. Ой, боже ж ты мой, какой кошмар. Смотри, какая прекрасная шапка. А нет, ее надо за деньги покупать. Ее надо же работать. Боже ж ты мой, сколько здесь приложить. Мне кажется, что вполне неформальненько, дредики, все дела, шлем. Боком покажите ее, советую. Отлично. Неплохие у нее. Да. Ниже. Что? А, да, да. Шлем? Да. Шапка? Ага, волосы. Вот оно что. Все. Ваш батя Мэтт спрашивает, Андрей, представь самый низ. Самый низ. Можем сделать лысый вообще. Почему бы нет? А почему да? Она как будто бы лысый под белочком. Оставь с ирокезом. Тоже модно. Сейчас. Ну так как же. Да, дайте Аньку Семенович, говорят. Кто-то просит. Фидель Кастро получился в шляпе. Отлично, Константину Охотину отдельный плюс за Фиделя Кастро. Фидель всегда с нами. Хавану пойдет. Мне кажется, нужна какая-то растрепанная немного прическа, тебе не кажется? Не зацикливайся на таких мелочах. Нам вообще-то еще играть, а у нас уже прошло полчаса. Ты представляешь, мы насилуем бедный мозг несчастных людей. Как же цвет? Жируку сделайте. Господин Егор Федоров, мы уже сделали жируху. И она не похожа на хованского. Вот. Да нормально, смотри, какой нос. Нет, я говорю, жируха была не похожа на хованского. Да, да. Мы сделали и так, по-моему, самую толстую, которая была. Ну, слушай, это какая-то женщина с Снежана, шоссе. Снежана получилась. Это не... Все просят сделать азиатку. Ладно, давай сделаем ей глаза уже поуже и все. Давай. Самые узкие, которые есть. Вот, все. Вот, как у тебя. О, господи. Фу. Да, отлично. Ужасная. А что, тебе тоже все время софиты строительные светят в глаза? Мы же не бьем. Азиатку. Все, давай сделаем азиатку. Блом-блом. Волосы. Волосы это были тут. Быстро вернем в прическу черные и прямые. Тогда она будет максимально похожа на азиатку. Все. Толстая азиатка. Успех. Почему хованский толстая азиатка в представлении большинства пользователей? Нет, потому что все попросили. Илье нравятся азиаты, насколько я поняла, азиатки. Из Пугачева, говорит Роман Жуков. Да, это что-то. А по-моему, это Анита Цой. Или Анита Цой, да. Черные волосы и надо. Вот видишь, как раз затормаживает трансляция немножко. Мы уже сделали их. Так, ну что, я тебе советую сейчас сразу перейти к одежде. Я думаю, что Юлию нельзя оставлять в таком виде, ей нужно что-то конечно, более... Конечно, эротичное. А почему? Почему? Может быть, они будут жить вдвоем в доме, знаешь, будут консервативные такие очень взгляды у... О боже, смотри, что с ней. Это Кристиан Диор сошел с ума. Это будущее владыка Асгарда, я не знаю, что это вот за...
Как лицо? Лолита, говорят, Милявская, Руслан Бекер. Кстати, вот теперь точно сейчас будет Лолита. Лолита Милявская. Может, мы сразу поменяем? Давай. Слушай, да, начали давай, с Хованского, а закончили Лолитой Милявской. Только, давай Лолите Милявской прическу сделаем короткую, не что ли? Отлично так. Кто-то писал про Лолиту, я даже специально сейчас найду. Сейчас. Вы очень много пишете, это здорово, мы так периодически подлавливаем мы всех. Сделайте эту Хованскую голую волосатую. Михаил Смирнов. Что это у вас за увлечения такие? Сделайте треники и майку с пятном. Ну, здрасте, ребят, мы только начали с азиатки. Мы вообще, если вы помните, начали делать Хованского, а закончили Лолитой Милявской. Вот так вот, женская логика. А почему ты сделала такую прическу? Ну, потому что она Лолита Милявская. Ну, так у нее же длинные волосы. Не. А, извините, я не слежу за поп-эстрадой России. Это Лолита не... А Лолита не обидится. Смотри, у такой женщины должна быть обязательно татуировка на пояснице. Да. Это какой-то, я не знаю, что это за наклейка от пива. Друзья, пока просто давайте еще посмотрим. О, смотри, это же просто... Вот, все просили сиськи. Получайте. Вот, пожалуйста. Лолита азиатка. Лифчик. Кто-то радуется. Ура! Руки, грудь. А тут нету спины? Вон, какой-то хомяк, я не знаю. На колее хомяка. Надо на пояснице, спина. Вот, спина. Поясница. Так, хомяк. Да, он спрашивает, ребят, когда мы будем играть? Бабочка должна... Вот это идеальная татуировка на поясницу. Нет. Хорошо, все. И больше ее сделай сразу, зафигач. Можно больше делать? Да, там можно будет. Где? Больше. Офигенно. Вот, да, наверное, кастомайз. Нет, это что, не то. Ладно, давай. Выходим. Все, я запуталась. Давайте все на голову. Сделай дельфина. Купола. Можно купола? Орла. Букву С. С значит Лолита. Да. Почему? Я думаю, у тебя с русским языком в школе все было очень хорошо. С значит Лолита. Лама. Что может быть лучше? Лама на руке. Ладно, все, слушай, мне надоело уже его настраивать, и давай уже вернемся наконец. Все, мы настроили? Настроили. Лолита. Да. Она будет в зеленом платье с черным лифчиком. Получилось Нюша, говорят они, Лолита. Вот здесь добавить персонажа. Так мы же Мэду уже сделали. И вот мы его туда и добавим. А их можно вдвоем, интересно, поселить? Это плохо. Ладно. Принять. Я думаю, можно вдвоем поселить. Лолита, боже мой, черты характера. Ладно, давай какой-нибудь рандомайзер добавим. Безумная, хорошо, пусть будет безумная Лолита. Без чувства юмора, отлично. Классно. Кулинар, должен же кто-то Илье будет готовить дома. Нервная, должна сидеть на наркотиках тяжелых, как Лолита Милявская. Собирательница, что значит на твоем собирательница? Она будет неряхой. Неряхой, отлично, у нее слишком много гастролей, плотный гастрольный тур, ей некогда убирать дома. Верит в чудеса, верит или не верит? Да, она верит в чудеса, что ее позовут оценивать, например, минуту славы. Вот это успех. Самой, рядом с самой какой-нибудь... Да. Так, хорошо, это мы все сделали. Цель жизни. Какой у нее? Признанный легендарный кулинар, библиотека. Да, мастер. Библиотека. Пусть она будет мастер алхимии. Я за мастер алхимии. Мастер алхимии. То есть, хорошо. Ты понимаешь, что это ж, кого мы подселяем? Да. Окей, next. Так. Пока оно все грузится, я думаю, можно. Я пока, я просто посмотрю. Уровень ФАПа Максим Галкин говорит, Марио 3D. Так. Нажимай на много людей. Вот, сюда я выкинула. Нет, это создать персонажа. Лолита Мэдисона. Как к нему можно, кого-нибудь к нему же можно. Я думаю, его сначала нужно подселить в один дом, и к нему еще публиковать, удалить. Так, ладно, посели Мэдисона. Куда мы его будем с вами селить? Давайте выберем. А, у нас же еще денег нет. А тут работает старый добрый Motherload? Да, так, ладно. Да, тут работает старый добрый Motherload. А я не помню, как его... Что называется, да, как его там? Надо, кстати, вспомнить...
отлично. Не-а. Сейчас мы себе накопим сразу много денег. Это как... Смотрите, все повторяет судьбу русского видеоблогинга. Непонятно, откуда деньги, но они есть. Smother Load, по-моему, как. Мы обогатились или нет? Надо посмотреть. Непонятно. Непонятно. Нет, это участки, семьи показать. Я не понимаю. Мартин, подгорная дорога. Бюджет семьи, 19 тысяч. Ай, боже, что... А можно выкинуть их откуда-нибудь, кто там живет? Выкинуть на шлежка, ладно, давай вон заселимся сюда. Или нельзя сюда заселиться? Выселить. Выселяем нафиг. Выехать. Дом и оставшиеся будут покинуты. Выехать. Так, Аня и Ян с днем святого Валентина нас поздравляет Find the Human. Отлично. Вот доктор Ху говорят, деньги от Аллаха. То есть все просто помнят, да, мужчину. Тихо. Мы только выселили кого-то отсюда. Отлично, мы же можем заселить Илью, разместить копию. Только я не могу понять. Публиковать? Нет? Испанский приют. Смена, типа, сейчас сохранить копию библиотеки, размер. Испанский приют. И что? А почему мы не можем сюда въехать? Денег нет. Может, неправильно написала Motherwell? Не знаю, просто я написала. А вот это? Это все, что мы можем купить или что? Тут? Да. Все, да. Ну, давай что-нибудь сами построим. Ладно, хорошо. Я не могу понять, почему мы не можем... А, подожди. Публиковать, что это? Нет, это что-то не то. Кто будет ругаться матом, того жестоко накажут. А, кстати, ребят, если что, то мы разыгрываем сегодня ключи от Одинца. Самым активным, самым позитивным из вас, кто нам больше всех подсказывал в создании этого замечательного персонажа Ильи и Лолиты Милявской, я не знаю, как мы с вами к этому пришли, тот получит в подарок от нас ключик. Так что да, вы уж нас строго не судите, мы с вами просто тут дурака валяем, общаемся. Да. Вот, потому что Нет, первый раз мы все-таки. Да. Это первый раз для нас стрим. Это очень волнительно. Мы хотели, чтобы это было как-то особенно. Мы, знаете, мы на самом деле думали, что стрим, он же должен быть с каким-то заготовленным сценарием, с какой-то готовой вот идеей. А потом папа нам сказал, знаешь, что папа сказал? Говорит, слушайте, ребят, это же не... люди же, которые смотрят Twitch или GamePilot, они же не домохозяйки, которые, боже мой, 4 часа, сейчас начнется любовь и салат, можно прибежать, начать и сесть смотреть. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то комментирует. Так, можно пока... Нас кто-то любит. Артём Мендельсон. Внебрачный сын Ильи Мендельсона. Как зовут? Все время кто-то спрашивает, как зовут девушку, которая слева. А вот как... С какого у меня лева? Всегда сложно было с пониманием. Это Яна. Да, вот. Я Аня. Это Аня. Ну что, почему мы не можем въехать? Может быть, как, это я не понимаю, что за дискриминация? Нам не разрешают въезжать только потому, что мы в халате или в чем проблема? Безобразие какое-то. Так, это вот явно пустые дома. Сложность, стоимость. Что за такие деревенки? Почему мы не можем? Сложность, Мэдисон. Ребята! Может, попробовать нажать на другой домик? На другой домик? Это показать пустые дома, показать семьи. Не знаю, почему. Пусть покажут пустые дома. Сложность. А, ну, нам, наверное, нужно что-то за 16 тысяч смотреть. Бюджет семьи. Так там уже кто-то живет. Почему, допустим, мы это не можем купить? Компактный коттедж. Все же замечательно.
Сохранить, опубликовать. Покупка строительства. Вот, покупка строительства. Разобрались. Мы выбрали, вот говорят, Винчестер советует там, выберись персонажа. Вроде мы выбрали. И непонятно, почему не хочет нас заселять вместе с Ильей. Ну, вот. Что-то крайне странно сейчас происходит. Да. Непонятно. Так, давай развернем, может быть, уже кто-то въехал. Нет, никого не привезли. То есть дом сам есть. Сделайте в конце ответы на вопросы, говорит Руслан Бекиш. Творите Санта-Барбару, говорит Наталья Семенова. Кстати, отлично. Хорошая идея, на самом деле. Вы что-то не то делаете, говорит Катерина Полякова. Кать, на самом деле, мы вот сейчас и понимаем, мы делаем. Явно запутались сейчас. Нужно как-то вернуться. Изменение города, настройка, главное меню. Выход. Или это совсем нет, выход? Это совсем выход. Сим спорт профиль, стена игрока. Ну вот, наверное, профиль нет. Это совсем не то. О, боже, изменить город. Слишком дешевые дома для Ильи, кто-то говорит. Что ж за фигня-то, а? Разместить копию, кто-то советует. Была там тоже такая. Настрой, главное меню, наверное. Не знаю, что. Спросите у папы советуют. Маффин, правильно? Разместить копию опять. Кричат. Да, разместить копию, разместить. Вернуться копию. В настройки игры, поселить персонажа, выбирайте. Вернуться в настройки игры. Это настройки. Те настройки. Верните нас, мы хотим вернуться. Симспорт. Возможно, доступа только в режиме игры. Возможно, доступа только в режиме игры. Открыть панель загрузок, программа запуска, сохранить. Изменение города. Та-дам! Отлично. Слава тебе, Господи. Так, чат сошел с ума. Да, слушайте, говорит Азаза. Я сейчас все расскажу. Мне так, ребята с геймпайлота, вы самые лучшие. Так здорово. Понимаешь, люди пришли развлекаться и смотреть стримы, в итоге их припахали нам помогать, потому что мы глупые женщины, не можем ничего нажмите сделать. Нажмите на перса, говорит, разместить копию. Все! Боже ж ты мой! Почему? Кто это сказал? Кто это сказал? Там я не знаю, кто это сказал. Люди. Это говорили разные люди, но вы самые лучшие люди на Земле. Те, кто так сказал. Так, размещаем. Выбираем для Ильи дом, товарищи. Андерсон. У нас, правда, не так много. А, там кто-то уже живет. А давай подселим его к чужой семье. Вот так вот между данчиком. Подожди, что значит к чужой семье? Илья достоин собственных апартаментов с Лолитой Милявской, которую мы туда тоже подселим. Ну, приобрести. Смотри. Все, мы приобрели дом. Мы в него же можем ехать, да? Мы же его купили. Все, можно уезжать. Где? Вот этот Андерсон. Ну и? А где же Илья? Мы селить, объединить. Вот, это не Илья? Это не Илья, это какой-то мужик в растянутом свитере. Я хочу, чтобы там Илья жил. Мэдисон. Все, нормально, так что. Может, подселим второго Мэдисона? Объединим. Два Мэдисона, ребята! Интересно, как? Нет, это не интересно. Давайте все-таки Лолиту Милявскую поселим к Мэдисону. Все. Объединились. Ура! Наконец-то! Все. Все, можно играть. Можно. Вроде скопии библиотеки, переключиться на всю нет. Буфер и обмена стали спектры, если предложить, я не буду зелен. Продолжить. Сохранить город. Да, сохранить. Сохранить город. Мэдисон плюс Мэдисон равно Хованский, говорит Даниил Демидов. Занимательная математика. Так, Яна выглядит лучше Ани. Все, простите, ребята, сегодня я просто в горе из-за 14 февраля. Пожалению. Все потому, что мой милый голос, он... Ты пахнешь ландышем. Я пахну ландышем. Отлично, все, наконец-то мы вернем. Ребята, еще один аддон. А я помог, пишет нам да, Заза. Ты такой милый, спасибо тебе большое. Так, боже, я не могу смотреть на это лицо Венцеслава, это реально ужасно. Ладно, хорошо, они просто стоят и смотрят друг на друга. Илья, ну посмотри на Лолиту, какая она замечательная. Мне кажется, с ней надо пообщаться задиристо, дружелюбно, романтично. Давай рассказать анекдот. Так, сел ежик на пенек. Я не с того начала этот жуткий анекдот. Так, подожди, романтично, особое отношение. Что такое мастер поцелуя? Сразу так, ты что? Кто-то она... советовал нам. Она не такая. Да, мастер поцелуя. Расцеловать сгоряча, ну что? Она же откажет, скорее всего. Ну, Илья же мастер поцелуя, кто-то нам посоветовал сделать это.
О боже ж ты мой! Женщина, ты же его только что видишь! А нет, смотри, ей нормально вроде, ей норм. Да? Нет, ей не норм. Что случилось? У тебя всегда такое хорошее настроение, хотелось бы познакомиться с тобой поближе, говорит Илья Ларисович. И тут же! Действительно, чего время терять зря? Билли Слан пишет, сексом пусть займутся. Вот так вот. 14 февраля, это время. Это же романтика. О, боже мой, я не знаю. Вдруг? Это из татуировки сошел? Нет, это а, слушай, кто-то, а по-моему, пусть это... его кто-нибудь поцелует, мне кажется, он не против. Хорошо, мы целуем сумасшедшую белку? Да. Через 14 февраля, хорошо. Ты представляешь, вот женщины были, дети были. Собаки были. Слушай, а его нельзя, кстати, поцеловать. Какого хрена он приперся в наш дом? Прогнать? Нет, давай оставим. Ну что, посмотри, как он классный. Смотри, попросить быть... Ну это реально Венцеслав, я не могу смотреть на это. Давай пригласим белку, провести время вместе. Провести время вместе, хорошо. Провести время вместе. Какая-то еще мелкая девчонка тут ушивается. Какого фига здесь делают маленькие дети? Они не должны ничего вынюхивать рядом с домом ничего. Ахаха, как же он вошел в кадр, Оскар и ему. Лолита труднодоступная женщина, Мэтт симфонный обзорчик игр. Они подходят друг к другу, но Мэтта нужно ее добиться. Маффин. Чувак с ним. Вот где живут настоящие мужчины. Ты прав. Вот они, настоящие мужчины. Пусть добивается. Так. Слушай, мне кажется, это совсем не апартамент. Нам сказали, что это Ванамас, а не Мэдисон. Нам сказали, что это Ванамас. Так, нужно что происходит с белками? Будет очень обидно, если белка закадрит Лолиту. Вымыть руки, почистить зубы. Что, у нас даже компьютер, что ли, нету? Деньги надо нам. Нам нужны деньги. Ну вот, самое время, по-моему, покупать. Не, у нас есть 17 штук. Вон, симолеона. Папа, что ты делаешь? Ну хорошо, я люблю. Mother, load. Вот так, да, по-моему? Неизвестная команда. Он не знает, что такое Mother load. Может быть, там как-то... Странно, вот видите, чип не работает. Это не белка, это лама, говорит нам Катерина Полякова. Вот уже который раз замечает этот ник в чате в нашем. Я думаю, что человек знает, о чем говорит. Так, это сумасшедшая белка что-то? Да, это лама, вернее, что делать? Смотри, а что происходит с Лолитой? Она рожает. Нет, ей не хватает наркотиков. А что она поблескивает? Там что-то поблескивает. Я думаю, что это стразы от сияния Его Величества. А, возможно. Они как бы отлетают. Так, слушай, нам надо чем-то заняться. Нам в первую очередь нужно купить Лили компьютер, потому что дом без компьютера – это не... Зачем? Это не дом. Где можно что купить? Режим покупки. Motherload 9999. Он пишет Маффин. Ага, Маффина. Нам снова Лоде. Данил Попыток тоже нам помогает. Мы неправильно писали. Где папа, спрашивает? Стас Карпенко. Где папа? Аня выглядит лучше, Яна. Теперь твоя очередь меня жалеть. Поняла, да, поняла. А жалеть? А, прости. Прости меня. Я у вас дома, девушки, обернитесь, пишет Азаза. Нет, ничего, у нас сзади только кот из языком стар. Папа попросил не говорить. Что у нас там? Ты что, даже не знаешь, что мы повесили туда? А вы знаете, дорогие друзья, те, кто смотрит PMS Games, у нас в каждом видео есть пасхалки. Да. Кто-то их находит. Спойлеры! А в конце они потрахаются, говорит Марио 3D. Отлично. Так. Нет, в конце они поженятся, потому что это женский. Срочно, срочно, нужно покупать. Что-то срочно покупать. Технику, детская. Детскую нам нужно обустраивать. Холодильники. Сортировка по назначению. Коллекции. Нет, это все не то, это все не то. Мелкая техника. Вот, смотри. Или... Что? Сюда. О, обучение. Компьютер! Отлично. Компьютера, компьютера Фреда, это что, извините? Миша, ну ваша Apple такой. Ну окей. Компьютеры, ноутбук Боткин. Я всегда офигею с этой русскоязычной русификацией. Интельтрон 200. Охладите свое траханье. Компьютер Интельтрон 200, боже ты мой. Мы можем самый дорогой крошку купить. Пусть у Ри будет крошка. Куда мы ее поставим? Давай на стол куда-нибудь. На кровать. Лежать на кровати и... На стол.
Да. Все, отлично. Все. Илья сразу. Сделайте Венцеславу какого-то Колю Должанского и заставьте их драться за Лолиту. Боже мой, Даниил, не успела прочитать фамилию. У нас какой-то межгалактические программы «Окна» получается. Межгалактические программы «Окна». Зря мы, кстати, не воспользовались тем аддоном и не сделали какого-нибудь вампира. Это был бы Лолита-вампир. Да. Они все еще тут стоят тусуются. Вот смотри, главное, Илье явно интереснее сумасшедшая лама, чем с Лолитой. Чем с Лолитой, да. Знаешь, мне кажется, любому человеку на Земле интереснее сумасшедшая лама, чем с Лолитой. Это ужасно. Так. Привет, ваш дружелюбный талисман университета. Какой университет? Боже мой, мы тут собираемся творить. Я принес с собой школьный дух. Кто-то, я чувствую, чем-то здесь воняет. О, боже мой, что это? Ваш персонаж может жить в новых городах. Хотите переселить? Да не хочу, я только здесь обосновалась. Ребята, дайте мне в комнату нормально поиграть. Илья, иди. Поступить в университет. Ребята, выбираем, что мы будем делать. Купить дополнительное жилье, работу и профессию, играть в компьютерную игру. Что же выбрать? Что же может быть? Может, конечно же, писать. Ага, я... Играть в компьютерную игру за нашим очень дорогим компьютером. Играть в гонки, играть в шахматы, играть в спортивные игры, играть в скейт. Ну окей, давай спортивные игры, чёрт. Не поступайте в университет, но все равно проспит все занятия, кто-то говорит. Сделайте Нефёдыча, кричат, дайте Мэду сиську пива и пускай обзоры пилят. Правильно, смотрите, ребята, это то, о чем вы просили. Мэд, гоу делать обзор. Вот, вот, смотрите, вы сейчас видите, собственно, то, чего вы хотели больше всего. Не хочу ни о чем узнавать, не хочу. Блин, эту белку надо выкинуть нафиг. Надо Лолиту попросить, чтобы она с ней разделалась. Давай, Лола, разделась? Да, если Лолита перед ней разденется, то ее белка сама убежит. Задиристо. Bitch, please. А вдруг у нее белка... Подожди, а вдруг ты вообще рушишь сейчас вот ее личную жизнь? Подожди, с белкой что-то получится, вдруг она ее судьба? Слушай, белка у Лолиты, это нужно допилать, значит. Это не потому, что ее судьба. Так, просить уйти, прогнать дружелюбно, задиристо, особое отношение. Нервное, бесчувствуемое, верить в чудеса. Кулина, о, как знаешь, как заставить любого мужчину сбежать? Показать, что ты веришь в чудеса. И, конечно же, мы же с тобой поженимся, она ему скажет. Поговорить о сверхъестественном. Ну, давай, битва экстрасенсов, ты знаешь, мне очень... Я каждый день смотрю битву экстрасенсов. Сыграйте лучше в кутик-викер, говорит Александр Слыш. Александр Слыш. Мы не хотим больше садиться на этот адский наркоз. Что делать? Вот, все, Илья пилит обзор. Новый. Пусть Лолита отпинает Мэда. Ну, ребята, что же вы делаете? Ну, мы же только хотели, чтобы у них что-то наладилось. Добра. Слушай, они реально там базарят о сверхъестественном. Это какая-то фигня, надо его прогнать. Ну, просто вали отсюда. Не, ну какого хрена? Извини, мы купили дом, и он сейчас придет и будет жить у нас в доме, есть нашу еду. Он уже ж... Насилует наших женщин. Папа, ты проснулся. Купите Мэдисону велосипед, чтобы он похудел, Артур. Артур говорит Канин. Артур Канин, ну... Только вот все просили, сделай его пожирнее в редакторе, а теперь вы говорите, купи ему велосипед, чтобы он похудел. Какие вы все-таки не поставили? Лолита срать хочет. Я просто не понимаю, откуда, не знаю. Лолита хочет срать, потому что вон у нее написано. Это же где? Нет, она хочет готовить, а не пугать. Опять ты, ну что ты хочешь? Ну свали, пожалуйста. Прогнать, ну пожалуйста, уйди. Мы хотим показать, правда? У нас пользуется все. Все. Я не понимаю, как избавиться от этой белки. Смотри, пусть в этой игре Мэтт станет играть в Sims, создаст вас, который в игре Sims создадут Inception. И тогда все, и мир схлопнется. О, Марвел, Дота и Уиннер, играли ли вы в Sims 3? Пусть Ватя ваш рэп зачитает. Папа, ты же у нас писал стихи про синий лосось правосудия. Почему нет? Ну, пожалуйста. Папа. Время лосося еще не пришло. Папа. Так, хорошо. О, мы пропустили, пока мы разговаривали с папой. Там везде были квадратики, там ничего не было интересного. Ну, вот. А где Илья? Илья, мы тебя потеряли. Почему? Только отвернешься, он все, уже не пилит обзор. Где он? Где он? Он пошел за домом. Что он там делает? Он опять сидит.
папа, как избавиться от этой идиотской ламы? Она опять привязалась. Я можно? Была версия кулинария. Да, да, но мы не можем. Друзья, есть ли какие-то читы для того, чтобы убивать персонажей? Жопа Лолита занимает слишком много квадратиков. Это гениально. Я пропустила никнейм, но это очень смешно. Так, особо надо задиристый режим. Я не знаю, как его прогнать. Ну вот мы ему скажем, перестань. Мы ему... Попробуй его поцеловать. Можно? Да. Особое отношение. Мастер поцелует. Все. Раз целовать. Горячо. Мне уже даже интересно стало как-то. Ага. Тя-тя-тя-тя. Так, да, давай я сделаю. Убери эти предыдущие действия, пусть они скорее... Не получается. Все. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Даже лама круче, чем Лолита. Блин, ну что ж такое? Ваш батя огонь, говорят. Папа, побей его, убей его, дрянь. Ребята, мы стараемся, мы за вас. Вы весь геймпайлот с нами, чтобы прогнать эту сраную ламу. Да. Я не знаю, что с ней делать. Ну иди, пожалуйста. А там, ну вот можно так же вот, вот там можно настоящий мужчина убить? Воспользовался. У нас же есть, у нас есть где-то нож. Какие-то мы читы можем должны убивать? Быть, чтобы убить. Друзья, помогите нам найти способы как убивать. Как убить эту вонючую ламу? Она нас уже... Мадерлоу, да ладно, у нас деньги уже есть. Мы опять... Я не могу, у меня больше нет сил. Она села за наш компьютер. Что? Я не знаю, что с ней делать. Я не знаю. Она, знаешь, что она сейчас будет делать? Так как можно убить? Может быть, это и есть Хованский, он пришел мстить за то, что мы его не создали? Ваш батя рулит, он не джигурда случайно, папа? А джигурди, пожалуйста. Я нормальный! Мэд против ламы. Вас, получится сделать брак между Хованом и Мэдом. Лада, это не Федов. Лама, это не Федов. Лада, сказала. Что сейчас? Я не знаю. Злится, что там дверь. Ты понимаешь? Я не знаю. Слушай, может его стеной обнести и пусть он умрет? Да, давай стеной обнесем и подожжем. Слушайте, ты понимаешь, Яна, когда я заселяла Лолиту Милявскую и знаешь, что наши изначальные персонажи отошли вообще на второй да, план? Да. У нас тут ламы главенствуют. Когда мы их заселяли, мы вообще не думали, что... У нас будет совершенно в другом проблема. Милявская и Мэдисон. Проблема в ламе. Это какой-то кошмар. Убить можно в бассейне или копов вызывать. Реально, давай ментов вызовем. Чего мы паримся? Мы в Европе сидим. Подожди, у нас менты нормально. Здрасте, нормально. Нормально. Вчера же нормально отпустились. Александр Слыш говорит, да норма, меня фамилия, чего вы привязались? Я не умею. Что вот. Ты сделала? Я что ты только что? Ты понимаешь, у нас компьютер там, это стратегически важный объект. Куплю еще один. Нет, пусть главное, ты чтобы все испортила. Ламал. Боже мой. Ты что, ты просто... Это квартирный вопрос. И тяжелые наркотики. Так, можем... Папуля, а можно тут сделать бассейн, чтобы утопить? Он, а, блин, подожди, а как его потом заставить в этот сраный бассейн залезть? Вот, поманить это его. Сложно. Ой, он офигенный, вот, он оставьте ламу, говорят. Что? Что, вот это? Кувалда. Убить кувалды? Можно. А его нельзя? Умри, умри! Блин, я что, сломала компьютер? Да, по-моему. Нет, я не хочу, не хотела. Нет, так, все нормально. Смотри, сейчас мы выманим, у нас план, ребята. Заманить его на улицу, обнесите стеной. Все правильно говорит Данил Демидов. Сожгите хату вместе с ним. Правильно, Мэдисон там что делает Илья? Он же с кем-то опять... Илья, он стоит в своем халате и в трусах и просто втыкает в землю. А, и он думает, по-моему, о том, как стать звездой. Мы же ему сделали цель стать звездой. Лама, это Ксюша. Идеальная жизнь. Кто-то заманит его на улицу. А как его заманить на улицу? Я помню раньше... Ты понимаешь, какая дрянь, он сидит за компьютером. Ну что это такое? Мне реально жалко. Наш компьютер, который мы купили. Все, отлип. Все, мы ждем. Ребята, выжидаем. Он куда-то пошел. Давай, валим. Вали отсюда, вали еще. Нет, он... Ты представляешь, он посидел за компьютером Ильи и пошел еще и к Лолите. Элли думает, что Лолита скучает. Нет, чувак, ей было весело. Ей стало скучно, когда пришел ты. Уйди, пожалуйста. Ну, пожалуйста. А я не знаю, что это за дом. Это типа студенческая жизнь, по-моему, да? И поэтому он... Пустите в ход женские чары. Она будет преследовать вас по ночам. Я не хочу. Не надо опять. Нет.
Слушай, сколько стоил этот компьютер? Может, его обнести вместе с компьютером? Я это и пыталась сделать, серьезно. Компьютер стоит дешевле так. Ну хорошо, мы денег уже... Да Илья дрочит уже за полное... Ребята, ну кто это комментирует? Такие гадости. Ну, Мэтт Донни говорит. Испеки пирог. Ламы любят пирог. Почему ты так думаешь? И, не знаю, так говорят. У нас нет цели сделать ламе приятно. Попросите ламу уйти, говорит Майк. Мы просили, лама мы просили, мы просили, но лама нас... Да что это за мужик этот Мэдисон? Он даже ламу не может выгнать, говорит это в комментариях. Ребят, вы абсолютно лолит зоофилка так. Нет, так. Мне комментарии, конечно, больше всего веселят. Перегородки. Скажите мое имя и не успели. Создать убежала. Создать стену. Так. Блин, ну мне жалко компьютер на самом деле. Ой. Лама нас задолбает, конечно. Ты понимаешь, что ты его сейчас... Там дверь. Там Лолита, да? Там Лолита. Ты понимаешь, что мы убьем двух зайцев сразу. Мы замуруем Лолиту и убьем Ламу. Лама — это и есть Мэдисон. Они начнут плодиться и создадут. Слушай, да давай ментов вызовем пока. Может быть, они приедут и все решат. Можно же, это же интересно. Когда тебе еще приходилось вызывать ментов, чтобы они прогнали огромную Ламу из твоего дома? Вчера? Да ладно, об этом никто не должен знать. Так. А, убери стенки, я случайно их поставила. Это вот так? Вот здесь, вот, да. Вот так. Так. Ну, ой. Может, нет. Вот сюда еще раз. Да. И вот. Пальцами тыкаешь все. Что ты... А что ты мне показываешь, папа? Что ты мне показываешь? Я не понимаю. Снести стену? Нет, мы хотим... Естественно, очередной дизайнерский концепт от Яны Неждановой. Так, короче, вызываем ментов. Меня задолбал уже этот чувак. Так, как ты задумал? Подожди, у нас нету телефона. Господи, что за просто... Давай реально. Тут даже дешевого шампанского нигде нету. Да не надо. Слушай, Илья там загрустил. Давай предложим Илье вызвать. Он что-то хочет. Отказ в первом поцелуе. Второе в ударе. Илья так веселится, что даже завидно становится. Я смотрю, ему там вот весело. Это да. Чувак, ты там еще не умер со смеху? Нет, стоит как бы веселиться. Прогнать и попросить уйти – это разное. Ну так мы и просили уйти, прогоняли. Нет, ничего не работает. Так, давай просто купим телефон вначале. И позвоним ментам. Так, телефон. Где у нас телефон? Спальня, кухня. Телефоны, отлично. Телефон классика, стационарный телефон. Давай подороже, господи, что негоже как бы. Чё, на хочет? Стенку. На стену нужно? Ну какая ты продвинутая, молодец. Так, Илюха, срочно звони ментам. Позвонить персонажу, услуги, устроить вечеринку. Блин, может нафиг ментов? Устраивай вечеринку. А кого мы позовем? Ламу? Услуги. Заказать услуги. Блин, да я не хочу. Какой университет? Я хочу позвонить в полицию недвижимости. Это ужасно. Почему я не могу? Я за вариант с обнесением со стеной. А, смотрите, девушки, выйдите на улицу и позовите ламу с улицы. Тогда она может зайти, и мы можем там ее отпинать. По почкам. Давай сейчас Илья позовет. Да, Илья. То, что ему весело, видишь, там 4... А, это было 4 часа назад. Он был... Смотри, как прибежал. Наконец-то. Про меня вспомнили. Лама. Сделайте ламе приятно. Позвать ламу. Эй, лама, иди сюда. Я хочу тебе кое-что показать. Знаешь, в таком леопардовом халате. Папа, ты уже даже... Ты все пиво допил. Так. А может, можно сбить? Смотри, он мутирует. Парти хард, говорит Артур Ганин. Особое отношение. Мэтт, наверное, смотрит и что-то там делает. Они пошли вместе опять куда-то. Слушай, нет, ну почему? Что ты? Тебе даже нельзя доверить ментов вызвать. Тебя уже стемнело, а эта лама никак не проваливает. Почему? За что? Ее зовут Элли Лэм. Лолита Милявская, это очень странно на самом деле выглядит. Уйди. Дверь оф. Купите ламе резиновую ламу. Оскорбить. Оскорби ламу. Оскорби. Лама, ты плохая. Илюха, давай оскорби ее. Да ты кого? А она такая, что я? Смотри, у Ильи там добавились какие-то события в его жизни. Малая нужда. Ой-ой-ой. Вот это событие. Элли думает, что Илья ведет себя невежливо. Фига себе, чуваки. Лама ведет себя не...
Типа, Илья не везет себя невежливо, а Лама везет себя невежливо. Все, ладно, это... Не трогайте Ламу, нам нужны обзоры. Лама хотя бы приходила и делала обзоры за Илью, пока он туканил на улице. Ужасно. Так, Илья, кстати, хотел по малой нужде. Это, конечно, очень странно звучит. Илья, пойдем, сходим. Я пойду к Винстону Черчиллю. Привяжу Ослика. Ну, как бы. Лама, пили обзоры. Нет, она не хочет, она тебя обиделась. Идите во всем в жопу, я ухожу. Оставляя горы на коробке ТВ. Все, и смотри, пошел грустить у окна. У подоконника. Прям как ты, когда лунатишь. А Илья не дверь оф, когда он на улице. Ну легко же, говорят. Мы не ищем легких путей. Вот. По-моему, Илья не может воспользоваться. Бедный Илья. Ты видела комментарий? Нет, что там было? Бедный Илья. Бедный Илья уже описывался от этого. Что все с этой вонючей лавой? Подожди. Да что такое? Почему он встал и стоит, Илья? Почему ты не хочешь сходить в туалет? Ужасно. Так, что там? Отказ первым поцелуем. Они смотрят на него. Он не может. Что? А, блин, он дверь не может закрыть. О, киньте в бассейн дешевое шампанское. А, то есть я понимаю, вы подозреваете, что в костюме ламы... Кстати, там же есть даже лицо. Давайте посмотрим в лицо этому упырю. Так это тёлка. Всё по... Вот оно что. Ах ты дрянь. Сучка. Ой. Она ещё и волосатая такая. Ужас какой. Мне кажется, это не костюм. Ну, Илья, ну в чём проблема? Я же тыкаю на унитаз. Воспользуйся. Там Рита рядом стоит, он стесняется. А, он просит уйти всех. Ах ты, какой он стеснительный. Лови ты иди сюда. Не знаю, это срок. Илья даже пописать не может. Знаешь, мне кажется, проще купить туалет и поставить его на улице, чтобы он пошел пописать. Он ничего не может, переживает. Бородатые женщины. Тогда позовите его на улицу, и что-то, блин, очень много. А, кто-то... Дверь нужно закрыть. Всё, понятно. Мы удалили дверь. Ой. Режим покупки, режим строительства. Точно, мы же удалили дверь. Боже мой. Какой кошмар. Так, где двери? Спасибо большое, ребята, всем, кто подсказал. Нужно металлическую, чтобы Илья перестал стесняться, чтобы, блин, никто уже не... Нет, слишком она... Нет, она какая-то огромная. Да. Блин, как всё сложно-то, блин. Стена спрятана. А стена? Там нет стены? Там еще и стены нет. А какого хрена ты снесла стену? Я не сносила стену. Окна, арки, колонны, я поняла, двери. Строительство, пол, потолки, стены, да. Все, наконец-то Илья сможет пописать. Как просто. Все, иди уже. А, там есть вторая дверь, поэтому сможет оттуда выйти. Там дверь была. Поэтому он уже воспользовался. Наконец-то. Он будет это делать? А, слава тебе Богу! Боже мой, спасибо вам большое, ребята. Я надеюсь, у него не успел лопнуть ничего. И Илья должен писать один, пишет в Мэддоне. Понятно? Не может он. Ой, ребята, вы нас, конечно, веселите комментариями. Большое вам спасибо всем, кто пишет еще раз. Ой, так, Лолита готовить начала. Смотрите, все, вот это идеальная женщина. Место. Байду какой-то. Да. Смотри, у нее молоко. Ты посмотри, как мы ей классно кастомизировали ее. Ты не... Блин, я никак не могу сфокусировать. Лама. Татуировка. Да. В общем, настоящая женщина не просто всякую фигню там в интернете. Ведет там трансляции не смешные. Готовит на кухне. Может, она еще и обзорчики запилит. Так. Я не могу, это кошмар. Это Лама просто жесть. Это просто жесть. What you said about my mama? Павел спрашивает. Боже, Илье все не имется, ты посмотри. Бедный, бедный, натерпелся там, пока стоял, там веселился. Это Элли, Элли, это какой-то кошмар. Так, реально, давай я обнесем стеной. Сейчас она где-то должна встать. Она вечно суется к нашему компу, я не могу. А Илье опять что-то, у него опять проблемы с мышью спускать. Он есть, а Лолита как раз что-то приготовила и сама все схавала. Блин, а вот давай Лолита, конечно, некрасиво поступает. А вот давай ей просто, чтобы она поделала свидо с Ильей. А, она может так сделать, да? Ну, я думаю, вполне.
Никогда ничего не хочу узнавать больше. Все. Смените одежду. А маме еще что-то не нравится. Пригласить за стол семью всех. Нет, я не хочу, чтобы мама не будет хавать. Семью. Мама посидит задницу. Устройте оргию с ламой, просит Артур Канин. Смотрите, всех, короче, эта лама веселит. Это нормально, что мне 11, спрашивает М1А999. Вот, Илья наконец-то теперь покушает. Да, это нормально. Ну, слава богу, хоть Илью накормили. Боже мой, три женщины! Я, ты, еще и Лолита. Анекдот. Смотри, лама хочет нам рассказать анекдот. Я думаю, не настолько. Боже мой, я не знаю, это кто-то реально из каких-либо... Он еще и в наш холодильник полез. Нет, это жесть, реально. Ребята, как вы думаете, кто в этом костюме... Ламы прячутся. Если лама тёлка, то киньте шампанское подороже. Опа! Тонко-тонко. Сожгите ламу вместе с домом. Ну вот уже предлагали нам такое. Ну, во-первых, мы заплатили за этот дом. Во-вторых, мы... Блин, ну, может, реально нафиг её? Как её сжечь? Давай сожгём всё. Давай сожгём. Чертям собачьим. У нас и так, мы уже ведём стрим 1:15. Ребята, подскажите нам, как сжечь. Ваш батя, да. Кстати, ребят, нам очень помогают ваши комментарии. Да, потому что... Подсказывайте нам, как сжечь этот дом нафиг к чертям. Так. Это Боярский вместо Хованского, говорят. Почему Боярский? Motherload, девчонка, девчонки, вы буквами ошиблись. Motherload, да? Путин в костюме, говорят. Это Ира Белка в костюме ламы. Женщину за плиту и дом сжечь. А, отлично, она да, уже что-то сделала. Да, уже за плитой. Ну, я думаю, да. Как сжечь? Подожди, подожди, стоп, жмешь, нажимаешь Shift, Testing, Cheats, Enable. Нет, там что-то там было точно другое. Убить ламу, говорят. Пусть компьютер загорится. У нас дорогой компьютер, он у нас не будет загораться. Так, давай попросим. Мы Сим, может, по-вежливому попробуем. Может, он свалит, наконец. А ты не нажала? Ну что, не нажала? Mm-hmm. А, это нажала. Пожалуйста. Уйди, чувак. Боже, неужели он уходит? Он уходит. Он уходит! Он уходит! Freedom! Стой! Как поставить на паузу? Почему? Почему ты хочешь? Это самое время его сжечь! Нет! Мы не успели его сжечь! Скотина! Почему? Убить ламу! Давай позовем. Это ламу нормально, обратно, что у меня встал на ламу, говорит Мэтт Донни. Чувак, ну да, это вполне себе нормально. Я не могу, это какой-то кошмар. У меня сейчас пойдет кровь из глаз, из ушей, из всего. Начните готовить оладьи. Когда она их поставит на плиту, отмените действие. Это, кстати, хорошая тема. Давай А зачем нам сжигать дом? Лама-то уехала уже. Поставьте гриль внутрь и не вызывайте пожарных. Удалите телефон, поставьте. Илья хочет спать. А что ты хочешь делать? Фу, что ты показываешь? Он хочет писать. А я думаю, что он показывает. Фу, как некрасиво. Freedom! Так. Сива, Набакубу. В костюме ламы Ксюша Зануда, она хочет вернуть Мэда. Самую плохую плиту поставьте. Ну, ладно, о боже, видите, Лолита уже... Лолита пошла, да, до туалета. А что-то с ней не так, у нее какие-то нужды, по-моему, есть. Она хочет спать. У нее красная загорелась, это, мне кажется, это что-то нет, значит. Нет, это не то, что ты думаешь. Нет, это не то, что ты думаешь. Спать. Иди спать, женщина. Ой, блин, мы, конечно, так косяково сделали с этой дверью. Всем приходится обходить 10 раз. А Илья что хочет? Илья тоже хочет интересную спать. Компанию. А, о-ла-ла, Илья. Ну вот, все, компания закончена. Верните ламу, она мне нравилась, говорит Мэтт Донни. Лолита в Майнкрафт. Действительно, вернем ламу. И выгоните Мэда бомжевать. А, где новый PMS Game, спрашивает фанат Мэда. Фанат Мэда, мы тебе передаем, что новый PMS Games будет. И он будет у нас в среду, как обычно. Каждую вторую среду. Выгоните Лолиту. Ну зачем? Классно же. Давай к ней приляжем, а? Пригласите иностранцев в гости. Никого не знает. Да. Познакомьтесь с кем-нибудь. Может быть, Илья пойдет один бродить по вечерним улицам города. Давай. Сипс. Поедет куда-нибудь. Слушай, у нас же была функция устроить вечеринку. Он никого не знает, скорее всего, он хочет спать. Ну вот.
так удобно идет спать. Правильно, женщине кровать похуже, а мы будем возлегать на дорогой. Вообще. Вообще, да. Так, и все, быстро спать, 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 спать. Ну, кто из них там проснется, когда первый? Лолита ПМС, шутит Артур Канин. Девчонки, вы такие няшные. Спасибо, Роман Легалов. Нам Аня, очень выходи очень... за меня, Федор Редфлит. Выхожу. Приезжай. Иди, 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 давай. Яна, в каком фильме ты с тем порно-актером работала? Я не нашел. Там, где музыка еще такая. Там, ты... где музыка. Ой, сколько можно спать? Это же пипец. О, боже, я тоже такое. Хорошо, смотри, Милявская не работает, на пенсию уже. Илюха, вон за компьютер ждет. Самая странная пара российского шоу-бизнеса. Тебя не смущает, что это за телефонная будка из стен? Зачем она вообще? Это дизайнерский концепт, примерно такой же, как вот здесь вот ты сделала, вот этот угол. Ваш почтовый ящик поступили счета. За что? Вот эта вот, девочка. Давай возьмем девочку. Давай замуруем ее. Давай не выпустим ее из дома. Отлично, насилие над детьми. Что может быть прекраснее? Подожди, стоп. Ты со своей газетой, которую подбрасываешь мне домой, мы сейчас тебе... Зашибись. Папа, ну фу, ты мог бы не озвучивать. Можно это я... тебе. Нет, тебе. Почему? Нет. Но... Переоденьтесь в лам, говорит Мэдо. Девушки, откройте панель Сима, стрелка, которая идет вправо. Так, что мы там затупили, да? А, ты хочешь, да, мы просто на папу отвлеклись, все нормально. Темы. Замуровываем девочку. Как тебе конфетки после пива? Вкусно, да? Ну что, почему она не хочет? Боже мой. Как-то очень коряво девочку замуровываешь. Насилие, Виктор Никеенко, ура! Из меня очень плохой строитель. Простите, пожалуйста. Старая, добрая. Ты, кстати, меня вытеснила вообще. Да? Да, вообще-то. Женщина, да. Вообще. Боже, папа, ты бессердечен, говорит Альфа Трейн. Кто-то говорит, это не Мэтт, а какой-то мексиканский пидрил. Перестаньте. То же самое по самому Мэтту говорит. Почему Мэтт не работает? Вот. А, это не к нам вопрос. Мэтт спит, он отдыхает. Оставьте уже его в покое. Слушай, я не умею. Да, я доделаю все. Боже мой, ну. Главное, ты сделала все, но не замуровала ее так. Девочка, иди сюда. Сейчас мы тебя замуруем. Тут что-то странное. Нельзя, чтобы предметы все прикасались. Все правильно. Все, я же сделала. Почему нельзя? Давай вымнем девочку чуть подальше. Здесь нельзя, она же тогда по траве пройдет. Вот. Возьми куралу, разрушу это все. Тогда мы ее... Слушай, а может быть в этих Симсах уже предусмотрена какая-то функция, чтобы никто... Построить здесь сначала эту штуку. Мы туда загоним Илью. Он заманит девочку. Илья выйдет, а девочку мы закроем. Ага. Так, вот все девушки, обращаюсь к вам, пусть Мэтт и Хован флиртуют друг с другом, любовь и счастье, всем добра, миру мир. Добро, это не весело. Добро, не весело. Мы любим муровать маленьких девочек. Так, возвращаемся в строительство. Подготовим уже ловушку. Что? А мы можем, знаешь что? Черный лимузин и дорожку с конфеток до него. И девочка такая, оп. А там такой дядечка в очках, как ты. А там нет такого функции. Да, ну, да. Заставьте Мэда Доту стримить, представляете? Эта девочка та самая лама, говорит Даниил Демидов. Не может быть. Нет. No так, way. Теперь нужно в обратное. А ты проверь на всякий жизни. Случай, можно ли замуровать? Так. Ну да, конечно, можно. Ладно, хорошо. Так, девочка. Блин, подожди. Да, точно. Мы заманим Илью, он позовет девочку. Ее же не заставишь никак взять. Сними с паузы. Никогда. 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 Да. Девочка, не уходи. Девочка, не уходи. Нет, 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 нет. Стой. Пригласи вас. Ну все. Ну вот. Переоденьте девочку вам. Ой, кошмар какой. Ребята, мы уже с вами стримим полтора часа. Ну, давай хотя бы кого-нибудь замуруем. Давайте, я предлагаю так, мы кого-нибудь можем убить, вы можете нам предложить сами. Ну, это по университетской Да, и. Призвать талисман.
Лама под кроватью Лама Мэда. Придет сейчас. Позвать талисман? Нет. А, точно, мы убьем Ламу? Да! Все. Изначально, вообще-то, ты помнишь, какая у нас была изначальная идея? Изначально, ребята, мы хотели... изначально мы хотели сделать поколение новых видеоблогеров, вывести да, семью. А в итоге все пришло к Ламе да. и Лите Милявской. Да, а пришло почему-то... Женская логика. Женская логика. Вы можете рожать по тройне и продавать, например. Кто-то пишет, я Илья Мэдисон, что вы тут про меня создаете, почему я женат на Хаване? Сейчас должна быть. Вообще-то не на Хаване, а на Лолите Милявской, это куда круче. Так, подожди, а где Лама? Лама ждем? Мы ее призвали уже. О, боже мой. А почему она не приходит, может, она обиделась? Странно, ну что? Убейте Илью и оденьте в Ламу. Нет, мы не хотим Илью убивать, он же прикольный, смотрите, какой в этом своем одеянии. Девчонки, дайте денег на Xbox. Нет, дайте денег на колготки. Пришла! А, пришла! Лама! Отлично, лама! Есть кого убивать! Идти. Так, все, заманиваем оттуда. Заманиваем, конечно же, заманиваем. Блин, а может быть прикольнее было бы посмотреть, как она горит, лама? Так мы ее там и подожжем. А, я не знаю, мы можем ее там позвать? Как ее позвать? Сюда. Смешно попросить уйти, прогнать. Блин. Что она нам что-то делает, ставила. Я не знаю. Слушай, а мы можем ее замуровать? Так, я думаю, да, мы можем ее там прям замуровать. Давай, отлично, давай. Стоп, давай на строительство. Пауза. Строительство. Папа, как доктор Клоис гаджета, видно только его руку и устрашающе смеется. Только кошака не хватает, говорит Кирилл Иланский. Смотри, как он присел. Он готов. Танцует Gangnam Style. Нет, он что-то другое. Нет, только не это. Оно по траве не проходит. Да? Да. Слушай, мы можем заасфальтировать? Сейчас. Ну, как бы, часть с травой. Да, боже, мы замуруем эту вонючую ламу. Нет? Слушай, мы не можем проще реально заасфальтировать, где трава? Попробуем, да. А, мы все равно не получится. У нас же почтовый ящик тут. Мы можем его снести. Блин, как сложно. Может, реально давай сожжем все нафиг? Оставим оладьи, отменим действия, кто-то нам советовал. Ну, поставьте я жарить. Думаю, это сразу так не вот, сработает. Начните готовить на гриле внутри дома. Уберите телефон, и дом сгорит. Проверено. Отлично. Кто нам посоветовал? А, тогда сначала надо Ламу позвать в дом. Да, отлично. А вытащите Мэда и Лолу на улицу, а Ламу позовите в дом. Тогда дом загорится в форме сердечка. Что с 14.02? Я уже серьезно начала читать Доктор Ху. Ну, блин. Загорится в форме сердечка. Так. Все, надо покупать гриль, надо продавать телефон, во-первых. Продаем телефон нафиг. Сейчас, где наш телефон? Телефон. Продать. Щелкните здесь, продать телефон. Так, ребят, сейчас мы покупаем тогда гриль. Детская, гостоловая, для улицы, отлично. Вот, готовка на природе. Пожалуйста, самый дешевый. Давай самый дешевый, который точно сломается. Гриль, пекли. Давай несколько поставим. Давай, чтобы точно. Да. Ой, он не ставится тут. Это который точно должен быть на улице. Ламп? Отлично. Так это разные. Я же тебе говорю, давай все поставим, которые на улице, корзина. Все, отлично. Это есть. Телефонов у нас точно не осталось. Точно? Вон, по-моему, был один телефон или это? Нет, это лампа. Это пожарная сигнализация. О, отлично. Есть? Надо пожарку продать. Это важно. Да. Ой. Да, продаем пожарную сигнализацию. Все, вроде все телефоны, ребята, насколько мы видим, вроде все. Лама, живи! Хэштег! Давайте, да, лама, живи, можем вывести тренды Твиттера. Короче, те, кто смотрел эту трансляцию, могут выводить, начинать уже сейчас выводить в Твиттер хэштег «Лама, живи». И это будет, мы будем понимать, о чем вы. Никто не будет знать, но мы понимаем, о чем вы. В принципе, если... Да. Всё нафиг. Теперь можно устраивать ад и Израиль. Так, ну я думаю, что какая-нибудь криворукая женщина, типа Лолиты Милявской, подать обед. Нужно что-то срочно приготовить, подать обед. А ну что потом будет отменить действие? Хот-доги. Да, я думаю, что везде, короче, боже мой, какой кошмар. Так пусть Илья готовит на одной, а на второй. Да, точно. Только Илья должен быстрее сбежать.
успеть. Ну, Лолита нафиг пусть горит. Ну, поставь на... Лама, живи. На плей. Лама будет мстить, говорит новелла. Лама вернется за вашими душами. А, кстати, мы что-то на паузе. Да. А все, о чем он хочет? Подать обед. Илюха, давай быстрее поджигаем этот дом к чертям собачьим и сваливаем в Вегас. Во славу сатане, конечно, правда, кто-то подсказывает, правильно. Лама вернется за вашими душами. Она делает что-то странное, она не готовит на гриле почему-то. Какого? Женщина, ты дура? Мы тебе купили гриль! Может, она сначала сделала потом какой-то подожди, может быть, да. Смотри, она продолжит готовку. Нафиг готовку, пусть она идет делать хот-доги. Что, нет? Не надо было? Папа, что? Где она возьмет хот-доги? Точно. Не шути, ты сейчас должен пошло пошутить, я вижу по твоему взгляду. Я уже твитнул, говорит Юлий Пассажников. Правильно, если прочитала. Так, Хайль Сатан! Женщины воруют у чего. Что же делает лама, мне интересно? Лама, стой тут, ламочка, не уходи. А мы же тут ее можем обнести, господи. Она же стоит. А, чтобы она никуда не убежала. Потом мы снесем. А пока те готовят, мы поразвлекаемся немного с ламой. Лама, живи, чуваки, прокачиваем. Наш хэштег новый. Вас будет мучить призрак ламы. Да! Отлично! Ламу позовите на гриль. Точно, надо ламу на гриль. Это она точно на коса резет. Вот, собственно, и все. Только надо как бы стенку. Почему ты все время сдвигаешься вот сюда, в сторону? Ты думаешь, что если ты начнешь сдвигаться, то и картинка начнет сдвигаться вместе с тобой, да? Эти женщины. А, все, она просит о помощи. Отлично. Черт, она недовольна. То есть, когда ты сидела за моим компом, ты не просила о помощи, тебе было весело. Ты знаешь, мне кажется, ей сюда можно поставить какой-то предмет. Ну, чтобы ей было... Чтобы она сгорела. Давай ей поставим сюда гриль. Давай. Отлично. Шикарно. Так, пока, я надеюсь, так, ребята, я надеюсь, что вы отлично. Они уже слушай, ей нужно поставить хот-доги. Ей нужно поставить гриль и холодильник. Потому что она хот-доги берет с холодильника. Давай, отменим. Может попробовать реально сейчас, кстати. Нам кто-то советовал. Лама гори! Новый хэштег от Мэтони! Лама гори! Ой, да, вот. Илья, ну что ж ты рядом с компьютером? Лолита вооружит. Блин, чувак, она же нифига не сожжет. Мы же поставили ей цель в жизни стать кулинаром. Она будет аккуратно готовить. Так. Боже мой, как же тебя убить бы здесь, блин. Сколько ненависти. Лама, гори. Лама, гори. Может, поставим ей фламинго туда? Лама, умри. Лада, умри. Лама, умри. Поставь ей туда гриль. Гриль поставить. Хорошо. А это, кстати, что? Это светильники. Самый дешевый, который точно рекламный щит. Вот это самый дешевый. Да. Гриль, смотри, барбекю в сундуке. Ну ладно, вот это. Блин, ты его так сделала, что он не поставится сюда. Давай снесем одну эту стену, все равно. Она убежит. Нет, хитрый план. Она все равно не поставится. Нет, поставится. Да. Тогда мы сделаем так. А здесь ты стену его не замуровала, да? Нет, нужно ее добавить. Лама for dead. Отличная идея, ребята, для новой игры. Так, стена это. И сейчас мы тогда с другой стороны. Молотком. Молотком. Чик-чик. Лама гори! Блин, она же ничего сама не может делать. Она просто стоит. Она догадается. Ты думаешь, она догадается? Это я, лама! Я лама! Вы что делаете? Прекратите! Зачем и почему? Илья, прости, тебе придется пожертвовать собой и сжечь ламу. Ну, они ничего не сожгли. Ну, ребята, кто мне советовал... This is llama. Так, пока читаем. Так, в угле можно изменить этаж, на котором можно построить. Так, подождите. Ребята, вы нам лучше посоветуйте. Как сжечь ламу? Давай посмотрим, что у нее сейчас происходит. А, тут советую. Сначала позовите соседей, устройте парти, сожгите все. Мне кажется, это не из игры Симса, на собственном опыте было проверено сейчас. Да, и тогда будет всех... Марион подает. Вымыть посуду. Илья, какой мыть? Илья, мой посуду. Посуду. Этим должна заниматься женщина. Иди, жги дом. Мы же тебе дали задание.
Нет, он не хочет женщину. Главное, он не хочет ничего. Ну что ж такое? Смотри, может, я одноразовый. Может, Лолита. Не, ну какой одноразовый? Знаешь, сколько за него? Лама-лама. Лама новый обзор запили. Лама-обама. Народ сходит с ума по ламе. Напоминаю, что мы в Твиттере прокачиваем хэштег «Лама-живи». Те, кто в теме, они поймут. Не тут важно. Есть функция повеситься? Я не знаю, как убить. Ты ребята, посоветуйте, что? Как убить ламу. Может, ты столько раз сказала мое имя, будь моей Мэддонни. Тю-тю-тю-тю-тю. Когда уже Вицеслав Лолита потрахается, спрашивает, кто-то не видела. А, кстати, фейерверк в доме, блин! А как фейерверк, спасибо, где он находится? Спасибо большое, это надо покупать где-то, я так понимаю. Украшения для газона, сидим в доме. Ребят, да, точно, отличный. Облейте бензином эту дрянь! Ребята с геймпайлота, вы лучшие просто. Девчонки, вы весьма жестокие. Лама сделала сегодняшний вечер. Так, хорошо. Блядь, бензином эту дрянь. А можно купить бензин? Я не вижу. Где можно купить бензин? Слушай, там, наверное, в автомобилях можно купить бензин. Сейчас. А как мы подожжем его? Ну, то есть, как бы... Слушай, давай фейерверк дома устроим. Всё давай, ну как? Давай, посмотри, где можно. Ребят, посоветуйте, пожалуйста, где можно купить... А про готовку даже не говори. Вот, поставить, готовить и отменить действие. Ну, давай попробуем поставить, готовить и отменить действие. Мы не можем ламу поставить, готовить. Ну, мы сожжем хотя бы дом, а загорится хорошо. Дом и сгорит лама. Лама никуда не убежит, все нормально. Представляешь, мы сейчас сожжем все, а лама жива останется в своем этом. Я тогда реально поешь. Продолжение в следующей серии. Зарежьте ее. Зарежьте. Так, подождите. Может позвать Влады Кавказ, и они убьют лама. Не и съедят ее шашлык. Будет весело и вкусно. Так, подождите. Подайте обед. Блин, а вот она не хочет подавать обед. Я не понимаю, почему. Женщина, все же. Давайте на плиту ее. Лолита Милявская осваивает новый навык. Кулинария. Она запомнит свой восторг, когда наконец-то стало что-то получаться. Сейчас мы тебе все испортим. Сейчас у тебя все получится. Мама Амалама. Лама Маздай. Лама Изыди, хэштег. Ребята, так, подождите. Мы подать обед. Нет, она не хочет подавать обед. Это какой-то пипец. Продолжить готовку. Правильно? Да, она точно должна сама. Сейчас она понесет. Что? Что такое? Что с тобой? Женщина, что за отмазки? А, Илья в стену втыкает. Слушай, давай мы пробурим дыру здесь, может, он не может выйти там, в чем проблема? Люх, все для тебя, выходи, друг. Пожалуйста. You're free, run, Forest. А он, по-моему, воняет. Все правильно. Теперь образ на полностью. Лама для педиков, говорит, крутой чувак. Да. Мне больше всего нравится, что крутой чувак, ник у него перинцы, и лама для педиков. Лама для пес, спасибо. Когда читают взрослые, мне кажется, что это Google баба говорит. Илюха, ну не может эта баба сжечь все. Тогда давай ты сожжешь. Блин, он тоже не может. Это все из-за твоего дизайнерского решения, теперь не видно. Фейерверк, да, ребят, кстати, мы у вас спрашивали, где можно фейерверк? В магазине продуктов. Вот нам говорят: кухня, ванная, гостиная для улицы, сортировка по назначению, багаж семьи, коллекции, кувалда, создание стиля. Рука. Ну странно, что кухня. Для улицы, транспорт, украшения для газона, сиденья. What is love? Llama, don't hurt me. Don't hurt me no more. Уличные светильники. Так, подожди, сортировка по назначению. Может, сортировать? Вот здесь, может, унитазы, прочее. Это сантехника. Так, подожди. Бытовые приборы, украшения. Украшения, может быть. Фуд будет? Это в горы. Подожди. Поставьте в эту комнату. Нет. Туда, они, видишь, говорят, что нужно фейерверк покупать в магазине, в который нужно ехать в город. Ребята, как мы можем поехать в город? Этот стрим про ламу, походу, на героев всем насрать. В развлечениях на вечеринке. А где тогда? Ну вот, короче, говорят, что нужно ехать в город, чтобы... Никогда, я не хочу ничего знать. Короче, это какой-то ад. Трэш, угар, садомит. Она умирает? Нет, она еще жива. Да когда ж ты сдохнешь, наконец? Камин есть, окупай зоофиля. Камин! Так.
камин. Не знаю я, где так в этот камин. Точно, где? Ну, камин тоже сложный, знаешь, тут непонятно. Непонятно, встанет он для меня. Освещение, развлечение. Увлечение, навыки. Для вечеринок. Да, мы нашли. Бар, барная стойка, кофейня. Он может умереть от алкогольного отравления? Воздушные шары, стандартный деревянный звезда, стол. Ханна, барная стойка, бар, наши. Ребята, тут нету. Для вечеринок кто-то нам советовал? Нету. Только предметы из магазина. Что ты нам советуешь? Режим жизни? Строительство? Там куда ты тыкаешь, папа? А, ты камин хочешь купить? Так его же покупают, нет разве? Да. Стены, окна, двери, мне кажется, подвалы. Поставьте, вот, почитаем. Лама сама сдохнет без еды. Может быть, это кенгуру? А, Фёдор Редфлит. Ого, Аня, мое сердце прижит теперь. Моё тоже теперь твоим бежит. Есть несколько вариантов. Поставить плиту или гриль, готовить, отменить действия. Мы пробовали. Вы говно! Мы знаем! Перекур запилить, труба за домиком, вот говорят. Поставьте, будь здоровым. Камин. Труба, труба. Если поставить плиту или гриль, готовить... Ну, спасибо. Вот, да, а труба за домом, я вижу. Я просто думаю, ребят... Уже мы стримим почти больше, чем полтора часа. Да. Если вам понравился этот трэш угара Садании, я предлагаю на этом остановиться. Мы можем сохранить. И в следующем мы продолжим и подумаем, как убить ламу, почитаем ваши комментарии. И мы даже покажем вам несколько различных способов, как весело убить ламу. Ламу. Потому что реально мы готовились сегодня совершенно к другому. Мы хотели, во-первых, мы хотели стать видеоблогеров, поселить их, прокачивать. Но внезапно начали создавать Хованского, закончили Лолитой Милявской. Думали, что поселив Милявскую и Мэдисона в один дом, произойдет совершенно другие вещи. Да, произойдет какая-то love story. А теперь раз, и все закончилось охотой на ламу. Я думаю, что теперь хэштег «Лама живи» должен дальше быть прокачан в Твиттере. Папа, передай, пожалуйста. Или на самом деле будет правильнее. Всем чмоки в этом чатике! Если вы будете соревноваться хэштегами «Лама живи» и «Лама гори». «Лама живи», «Лама гори». И, собственно, если какой хэштег будет популярнее, тем мы и... К черту блогеров, лама еще дышит! Реально, чуваки! Давайте постоянный посмотрим, стрим. Что да, ты можешь пока посмотреть, что происходит с ламой. Давайте просто на него посмотрим, пока она... Где она? О, боже! Где она? Она сбежала! Как? Нет! Ребята, это будет многосерийный фильм «Убить ламу». А куда? Как она могла? Как она пропала? Я не знаю, она телепортировалась. А в следующий раз, следующее 14 февраля, я не знаю, на самом деле, ни шагу назад, лама Маздай. Ребята, спасибо всем, кто поддерживает. Вот, короче, из сегодняшнего стрима мы сегодня получили от вас советы на тему того, что можно поставить и готовить еду, и отменить действия, что что-то загорится. Мы пробовали, но у нас что-то не получилось. Заняться стрикингом. Нет, не надо. Илью заставлять заниматься странными вещами. Вот я не знаю, он уже пованивает там, посмотри. Вот. Так что она вышла за вами, кто-то говорит, лама. О, боже, нет, я не... Короче, ребят, давайте сделаем так. Если вам понравился этот стрим, этот трэш, угар, садания с Лолитой Милявской, Мэдисоном, лама, живи, хэштег. Смотри, у нас тут самый лучший комплимент в нашей жизни только что был. А Яна и Аня красивее Усачева. Вот это комплимент. Вот это комплимент. Спасибо большое. Это ли не слава? Так что, ребят, я думаю, что на этом стрим можно потихонечку... А что ты показываешь мне? Ключи! Ну, ключи, что? Ключи! А, ключи! Ну, ключи, что? Ой, боже ты мой! Я даже не знаю, сегодня очень много... Ой, Илюха пошел мыться. Это ты его отправила? Или он сам пошел? Да, я отправила. Ну, отлично. Да, ключи сегодня очень много ребят участвовали. Я сейчас, кстати, посмотрю, мне их должны были скинуть. Да, у нас есть
Раз, два, три. Ключики. Три ключика. Я думаю, что каких три человека мы можем с тобой сегодня... Папа, вот ты со стороны наблюдал, мы очень часто цитировали. У нас была девушка, по-моему, Наталья. Там было много девушек. Там было много девушек. Я очень хорошо запомнила такого человека, который просто... Там вы все, конечно, жгли. Очень. Я запомнила человека с ником Маффин. Помнишь, его часто цитировала? Я запомнила Азаза. Азаза. Маффин, Азаза и... Слышь. И слышь, папа, ты хочешь слышь? Человек с фамилией Слышь, Александр Слышь, тоже получает третий ключ. Я, правда, не знаю даже, как с нами связаться, или связаться тут же можно, да? Вот, тогда давай даже запишем куда-нибудь. Я так. Сейчас, тогда у нас был... Ни одной ручки, только косметика. Да, у нас был человек Маффин, человек Слышь и человек... Косметика. Косметика. Вот, и Азазан. Спасибо вам большое. В общем, еще раз те, кто смотрел. Если вам понравился... Что ты сделала? Если вам понравился этот стрим, пишите обязательно об этом на геймпайлоте. Так что мы его тогда будем продолжать. Если вы посмотрели, несмотря на то, что это первый наш стрим. Короче, лама живи. Так и можно назвать. Лама, или лама гори. Побег из ламы, вон кто-то пишет. Когда следующий стрим? Следующий стрим у нас будет... Жгли, жгли, а ламу не сожгли. Жгли, жгли. Вы супер, папа тащит. Мужик, идет мужик какой-то. Не, мужик. Ну ладно, ладно, Ян, давай заканчивать, остановим на этом. И самое главное, сохранить игру. Stop following this man, baby. Бежит, ну так что она делает? Папа, уйми ее, пожалуйста. Вот, так что я думаю, что на этом наш замечательный стрим можно подвести к концу. Спасибо всем, кто следил сегодня, тем, кто оставался. Мы вас любим. Очень любовь, крепко. Лучи, лавки, добра. Ждите следующий PMS Game в среду и лама живи. Сегодняшняя тема сегодняшнего вечера и 14 февраля. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока.